o'yinlarda boshlang va Mustbet bilan chempion bo'ling. Mustbet xalqaro bukmekerlik kompaniyasi. Hodisalar katta tanlovi va yuqori koeffitsentlar. Yangi kirganlarga 3 million so'm bonus. O'z hayotingizni muallifi bo'ling. Полулёгкий вес, рост 22 года, его рост 1 метр 70 сантиметров, рекорд в любителях 5-0, в профессионалах 1-0. В общем, бой обещает быть интересным, конкурентным, возможно, даже с интригой. Да, это уже не дебютант. Mening ismim Islom Yuldashev, Qirg'iziston Nov shahridanman. 2010-yil Sankt-Peterburgga oilaviy ko'chib kelganmiz. Shu yerda o'qib, shu yerda ishlab yurardim. 2017-yil sportga kirib kelishimga oshnam sababchi bo'lgan Maksim akaning qo'liga kelganmiz, shogird bo'lib. 2017-yildan beri Maksim rejimida trenovka qilib kelaman. Hammaga assalomu alaykum. Mening ismim Maksim. Sankt-Peterburg shahrida 4-5 yildan beri trenerlik qilib yuraman. Bu holisa 26-chi kuni sherlar jangi bo'lib o'tyapti Moskvada. Islom degan shogirdim urushyapti. Bu holisa chiroyli bo'lib ko'rsatamiz degan umiddamiz. Do'stlar, qo'llab-quvvatlanglar, poddashka qilinglar. Bu holisa grandiozni bo'ylar bo'ladi degan umiddaman. Обязательно чуть-чуть оттягиваемся. Левой кидаю. Задней ногой тоже не прыгаю. Задняя нога она на месте, передняя идет вперед. Раз, я назад оттянулся и двойкой захожу. Под шаг и передняя нога в голову. Понятно? Фухат көтерілетін, фухатке құрсан болышымыз керек. Ислам көтерілетін, исламге құрсан болышымыз керек. Әлі, немеге бұл көтерілетін, мен көтерілмеппін. Оңа қанарса болмас дей керек. Әгер шуна қанарса біз ішімізде болады ма, бір-біріміз еп үрораміз. Sherlar jangini biz zalimizda bo'lib ustupat qilganiga qiziqish paydo bo'lib, men ham o'zimni sinab ko'rmoqchi bo'ldim. Kastingdan o'tdim. Menga sapernik berishdi. Sapernik ham yaxshi bo'lar ekan. Hozirda ikki mahal zibor qilyapmiz. Inshaalloh chiroyli bo'y ko'rsatishga harakat qilamiz. Qo'llab-quvvatlab turinglar, duo qilib turinglar. Inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Его возраст 23 года, его рост 168 сантиметров. Любительский рекорд, 2 победы на 1 поражение, профессиональный рекорд 1-1. Он представляет Узбекистан, город Шахристан. Встречайте Жеску Гапасова! Осталось у меня его соперник в синем углу. Его возраст 22 года, рост
этого упражнения. Профессиональный рекорд 1-0. Он представляет Кыргызстан, город Ош. Приветствуйте, Ислам Юлдашев! Спасибо, президенту, за вас приехал на поединке по 3 минуты. Рефери повторения Владимир Павлов. И у нас все готово для начала этого поединка. Комментаторы тоже готовы. У нас тоже могли бы спросить, готовы ли мы. Мы готовы с самого первого поединка. Итак, начинается бой. Второй уже лоу-кик мощно пробивает Ислам Юлдашев с Кыргызстана. Непобежденный боец, несмотря на свой молодой возраст, имеющий уже хороший опыт в боях. И после того, как немного нагрузил ногу оппонента Ислам лоу-киками, переходит в борьбу. Но сделал как-то не очень это уверенно, и обрати внимание, едва не забрал спину его оппонент Жансур. Бэквист, но вновь не очень технически грамотно и правильно он его выполнил, Ислам. Попытка Жасура была прохода в ноги, но... Неплохо Ислам сконтрил и сейчас уже... Да, была возможность зайти за спину. Мощно коленями пробивает в корпус Ислам. Да, это можно делать, потому как удар наносился в корпус. А мы знаем, что запрещены удары в голову, когда оппонент находится на трех точках опоры. Будет ли попытка взять волевой на ногу? Просто Ислам сдерживает соперника сейчас в стартере и, кажется, ждет. Мы уже говорили, да, с тактической точки зрения, 30 секунд, которые можно просто перетерпеть. Да, потому что просто руки у него, взял он его подмышки и... Связал фактически все активные действия. Да. 10 секунд остается в этом раунде. Максимально за эти секунды Ислам хочет нанести урон сопернику. И, в принципе, мне кажется, у него это немного получилось. Ну, получилось изобразить активность, обозначить активность. И если бой дойдет до подсчета баллов, то можно сказать, что вот концовку этого раунда забрал как раз Ислам. Ислам Юлдашев. Концовка была однозначно за ним, он находился в атаке. Ребята, здесь.
разумеется. Большая конфронтация с углом соперника произошла уже с Уранопасова. Но это вполне объяснимо, досадно подскользнулся Жасур Напасов в углу. И после этого пропустил несколько ударов. Но не совсем подскользнулся, там был сначала лоу-кик, и именно вот под воздействием этого лоу-кика произошло то, что Жасур подскользнулся. Машисто сейчас действует оба бойца. С любой позиции старается бить Ислам Юлдашев, мне показалось. И когда бывает в партере и в стойке, даже когда бьет перевод из стойки в партер, он пытается нанести какой-то урон. Так, и давай посмотрим, есть ли захват на гильотину, удастся ли. По-моему, есть. Ноги не заправлены. Вот если сейчас удастся заправить ноги, то да, ноги заправлены, можно тушить. Был близок, мне кажется. Да, очень обидно то, что останавливают бойцов, потому что была возможность душить. Конечно, одно дело, когда нету действий, да, 30 секунд поднимать, но когда уже атака, это... Может быть, доводить эти действия до логического завершения. Ну что ж, еще одна попытка зайти за спину. Напасов сейчас вполне может закончить этот бой. Уснул. Да нет. Опять остановка боя. Да, но да, конечно, это несовершенство правила. Потому что там был близок к тому, чтобы... Вот сейчас хороший фронт-кик встретил. То есть был близок Жасур к тому, чтобы усыпить своего оппонента. Дважды причем. Но более справедливо было бы, если вы даете 30 секунд. И человек уже в атаке, дайте еще 30 секунд. Подвешиваем шанс. Элджермей Стерлинг говорит вам о чем-нибудь, Игорь? Такая фамилия? Да. Говорит. Ну, с другой стороны, здесь был локоть, и в такое место... Это, конечно, не затылок, но, тем не менее, очень болезненное место головы. И вполне всю прелесть 2-3 ударов, которые он сейчас пропустил. Вот давай посмотрим. Рука. А вот сейчас был, один удар был, да. Есть возможность немного передохнуть, перевести дух. И бой возобновляется. 25 секунд. Думаю, что тут и времени не хватит, и
тех 30 секунд опять-таки не хватит. Для того, чтобы завершить бой досрочно. Заканчивается раунд. Еще будет у спортсменов время друг друга поблагодарить за бой, но еще один раунд и лучше собраться на него. Вот здесь было очень четко видно, что прекратил сопротивление и фактически был уже на грани усыпления. Начинается третий раунд. Заключительная трехминутка. Просит вытереть угол. И самый удачный режиссер Напасов. Все приведено в норму. Там много сил отдали бойцы за предыдущие два раунда. Сейчас кает слева. Еще на пас идет Ислам Юлдашев. Хороший готовый. Попытка от Напасова перевести бой в партер, где он имел больше успеха в этом бою. Партер нежели в стойке. Я бы, наверное, скорее в такие моменты останавливал бы бой, когда у клетки... Ну вот ничего не происходит сейчас. Полностью согласен. Но нет, все-таки смог за шоу на базу перевести Юлдашева на канвас. Сейчас ground and pound, возможно, состоится. Но уже сил нет и на добивание активное. По-моему, есть захват у Напасова. Да, захват есть, и, наверное, уже на фоне усталости вполне возможно, что Ислам Юлдашев сможет провести... Это же Юлдашев сейчас находится. Сайт Напасов пытается сделать. А, Напасов дышающий. Вроде есть захват отсюда, вот я смотрю.
сейчас закончится время, и в третий раз его спасет несовершенство наших правил сегодня. А ведь бойцы тратят столько сил на... Буквально все силы не потратят на эти удушающие. Да, что... на удушающие, на перевод в паттер. Бойцы тратят много сил, и... но кроме как набор очков, это им ничего не приносит. И завершен раунд. Ну что ж, посмотрим, какое решение вынесут рефери. Очень много воды, ты вот прямо сейчас ее льешь. Ну что, бойцы на середину. Итак, единогласное решение из судьи. В этом бою победа одержит победа. Так, все-таки Ислам Юлдашев побеждает в этом бою, хотя, на мой взгляд, его оппонент был более активным. Да, и ставил в опасное положение минимум три раза, он был на грани поражения. Скажу, хороший соперник, красавчик. Хотел бы в первую очередь поблагодарить своего тренера Максима Кудашева. Он мой первый тренер, он лучший тренер. Он нас воспитал как своего ребенка. Лучшие моменты в победе. Алхамдулилла, наш тренер был встретен. Сейчас, когда я давай тренируюсь, раньше я бы кем-то не был, если бы я не пришел бы к нему. Аллах, я шкю. Спасибо моим братьям. Если бы не мой друг из Таджикистана, Худоудин, я бы здесь не стоял. Он рад, он мой лоб и спорт. Таджикистан, Бангладеш! E'tiboringizga Sankt-Peterburg shahridagi R3 Maximus Gym yangi sport klubi ochilganligini ma'lum qilmoqchimiz. Murabbiylik vazifasida esa juda ham ko'plab shogirdlarni katta sport maydonlariga olib chiqqan mashhur jangchi Maxim Kuldashev. Siz o'zingiz yoki farzandingiz bilan kelib ushbu sport klubida sizga qulay bo'lgan vaqtda shug'ullanishingiz mumkin.
Bizning manzil Yelizarskaya metro bekati yaqinida joylashgan bo'lib, Prospekt Yelizarova 36-uy. Keling, shug'ullaning va unutmang. Sport sog'lik garovi. Ну что, мы пока объявляем нашу следующую пару весовой категории до 70 килограмм. Итак, красный угол октагона приглашается боец, представляющий Узбекистан. Встречайте, Абдурахманов Дима! Итак, друзья, следующий бой. Двигаемся дальше. Абдурахманов Диор выходит в красный угол. 27 лет, это также весовая категория до 70 килограммов. Его рост 1 метр 74 сантиметра. Рекорд у Диора 10-0 по любителям и 1-1, то есть одна победа, одно поражение профессионалам. Весьма опытный боец. Assalomu alaykum hammaga. Ismim Diyor, familiyam Abdurahmonov. Jizzax shahrida yashayman. Moskvaga kelganimga 2 yil bo'ldi. Moskvada qurilishlarda ishladik. Qimay yashimiz qolmadi, oxiri xotirjali kuryerlik. Bu Sherlar jangi bilan tanishishim asosiy sababchi bo'lganimda do'stlarim ko'p taklif qilishdi. Keyin kelib shu kastingga uchradik. Mana Allohning izni bilan Moskvagan ekan yozildik. Xudo xolasa yaxshi tayyorlanibdi. Kunda bir mahal ikki mahal trenirovkamiz qilib. Sapernigim yaxshi chiqasizmi? Inshaalloh ringda do'stona chiroyli jang bo'lishini kutamiz hammamiz inshaalloh. Hozir Moskva shahrini Kirillatskiy, Nagorniy degan shaharlarda trenirovka qilib boramiz. MMA kurash, boks, kickboks. Bu asosiy bizning yo'nalishimiz boks. O'zbekistonda maktab davrida boshlaganmiz havaskor boksga. Yillar o'tib, vaqtlar o'tdi, mana nasib qilgan ekan, mana Moskva shahriga kelib, shu yerda urushyapmiz. Inshaalloh bo'ladigan jangimizda chiroyli o'tishini vatanimizga, elimizga xudo xolasa chiroyli boylab ko'rsatishlikda kutib qolamiz inshaalloh. Назаров Буркан, 29 лет, его профессиональный дебют, вес 70 килограмм, рост 1 метр 71 из городка Сурхан-Даре, Узбекистан. Дает боевой клич свой болельщикам, и они в ответ его поддерживают, Назарова Буркана. Assalomu alaykum hammaga. Men ismim Nazar Furqat, Surxondaryoliman.
2011-yildan 2014-yilgacha Toshkentda turnirga qilganman qo'l jangi bilan ustozim Rustam Maydiyev. 2018-yil orasida davom bo'lgan uchun Moskvaga kelganman ishlagani. Ham ishlayman, ham turnirga qilaman. Yaqinda mana shu Amir Temur zaliga kelib qo'shildim. Bahodir akani qo'lida turnir qilayotgan hozirda. Shu internetda Rustam akani istoriyasida ko'rib, sherlar jangiga qatnashmoqchi bo'ldim va kastinglardan yaxshi o'tib oldi, xudo xolasa yaqinda bo'yimiz. Jamiyatda nazarda hozir ikki mahaldan turnovkalar ketyapti, xudo xolasa hammasi yaxshi, qo'l oyoqlarni yaxshi chiqarishga harakat qilyapmiz. Nasib xudo xolasa. Diyor 26-da oktagonda ko'rishamiz, chiroyli bo'y bo'ladi. Hammaga omad tilayman, qo'llab-quvvatlab turinglar. Hammaga omad. Бойцов данной пары. Слева от меня боец из красного угла. Его возраст 27 лет. Рост 170 сантиметров. Он из города Жиза. Его любительский рекорд 10 побед, ни одного поражения. Профессиональный рекорд 1-1. Приветствуйте Абдурахманов Диор! А справа от меня его соперник из синего угла. Его возраст 29 лет. Рост 171 сантиметр. Он Роланд из города Сухандарев. Встречайте! Назар! Ура! Итак, бойцы проведут на мокром хорошем поединке по 3 минуты. Рефери в октагоне Владимир Бала. Бойцы на середину. Пожали руки. Внимательно слушаем мои команды, правила не нарушаем. Головой в голову не бьем. Затылок, позвоночник, пах не бьем. Локтями и коленями в голову работаем только в стойке. За сетку перчатки шорты не хватает. 30 секунд дается в партере. В окончании этого времени поднимаем. Покажите красивый. Возможно, он что-то знает. По углам. Знает. Ну, как минимум, он знает, что его рекорд 10-0. Сейчас дебютанты. Первый раунд, посмотрим, опыт принесет ли этот опыт какую-то поддержку психологическую. Видим, что достаточно расслабленный, уверенно начинает бой. Фурка. Дальше. По корпусу. Да, пока что Фуркат вполне себе хладнокровно сражается против своего более опытного оппонента. Хай-кик, друзья, вы видели все сами. Фактически нокдаун. И Фуркат Назаров может сейчас вполне финишировать своего, как мы говорили, более опытного оппонента. Главное, что против времени. Очень эффектный был хай-кик навстречу. Диор удалось встать. И посмотрим, насколько Диор смог восстановиться, да, после пропущенного удара. Жаловаться на то, что захватывает шорты сейчас соперник. Я думаю, лучше сконцентрироваться на атаке Фуркатом. И теперь уже Диор Абдурахманов переходит в атаку, находится на фулл-маунте, есть возможность реабилитироваться, реваншироваться за тот пропущенный удар, когда фактически на волоске висел боец из красного угла. Хорошо попадает Диор на опыте, он сдается. Так, сдача. Да, друзья, все-таки опыт взял свое. Да, несмотря на пропущенный хай-кик мощный. Прямо перед нами
Фуркат выкинул этот шикарный хайкик. Сейчас посмотрим. Причем чисто повтор. Попал. Да. И немного не хватило. Вот как раз того самого опыта. Не хватило. И Фуркату и не хватило для того, чтобы финишировать своего оппонента. Молодец! Давлю! Так, смотрим. Вот это чистое попадание. Рукой еще попал. В этом бою, в связи с отказом продолжить бой, победу одержит боец из Красного Угла Абдурахманов Дилал Узбекистан. Я был. Не знаю, он говорит меня. Он мой ответный. Дио, слушай, я тебя поздравляю. На право победителя даю тебе слово. Что? Поделись своими эмоциями. O'zbekiston sportsmenlarini inshaalloh ota-onamizga, O'zbekiston, butun O'zbekistonlik sportsmenlarga sharaf salom aytamiz inshaalloh. Xudo xohlasa bundan ham zo'r boylab o'tiramiz. Alloh nasib qilsa, Islom Rahmonovga omad tilaymiz yana bir bor. Слушай, Руслан, ты заметил, что народ все больше и больше, он прибавляется. Ну да, это еще начало. Все, пять мужчин заканчивается. Я, кстати, знаю, что очень много здесь моих земляков, хесов с города Санкт-Петербург. Ребят, кто приехал из Питера и не был, давайте пошел мне в Питер! Замечательно, немало, немало, да? А Москва, давайте пошумим! Питер еще раз! Шавкату Шухратову, весовая категория до 70 килограммов, любительский рекорд 4 победы, 4 положения, профессиональный рекорд 2-0. Thank you.
батальон. Встречайте, Джавахир Дурбурага! Assalomu alaykum hammaga. Men O'zbekiston Qashqadaryo viloyatidanman. Ismim Shohrat Shavkat. 1995-yil tug'ilganman. Moskvaga 2016-yil ishlash uchun kelganman. Sportga qiziqishim sababli MMA sport turi bilan 2 yildan beri shug'ullanib kelaman. Trenerim Rahmatulla Sattorov aka. Keyin 2 yil ichida men ko'plab turnirlarda qatnashdim va yaxshi natijalarga erishdim. Va yaqinda bo'lib o'tadigan sherlar jangini Instagramda ko'rib qolib shu trenerlarim bilan maslahatlashgan holda shu turnirga qatnashishga qaror qildim. Hozirda tayyorgarliklar yaxshi ketyapti. Ikki mahal tayyorlanyapmiz, podgotovka yaxshi ketyapti trener bilan birga. Boshqa qatnashayotgan sportchilarga hammasiga omad tilayman va saperlarimga ham javohirga omad tilayman. Va meni qo'llab-quvvatlab turgan ota-onamga rahmat. Va meni do'stlarimga, duo qilib turgan do'stlarimga hammaga rahmat. Xudo xolasi yaxshi chiroyli bo'lib o'tkazishga harakat qilaman. Кашкадаю. 20 лет. Спортсмен из Узбекистана. 171 рост. 175 сантиметров. Любительский рекорд. 2 победы и 2 поражения. Это наш мейн-карт начинается игра. Рустам пообещал мощные бои. Посмотрим, насколько мощными они будут. Aziz vatandaşlar, men Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidan. Ismim Do'stmurod Javohir. 2000-yilman. 10 yoshimdan milliy kurash, dzyudo bilan shug'ullanib kelganman. Qashqadaryo chempioni bo'lganman. Yaxshi o'rinlarda olganman. Oila o'yin bomba. Tushunmaymiz, Moskvaga ishlagan kelganman 2019-yil. Moskvada stroykada ishlayman o'zim. Ishlab, keyin mana shu klub Amir Temurni prelegat qilishgan o'rtoqlarim. Keyin kelganman trenerim Bahodir Xolmurodov, Baxtiyor Yo'ldoshev. Hozirda xudo xohlasa 26 kuni boyimiz bo'ladi. Tadgalovga zo'r. Har kuni 2 mahal trenirovka ishdan keyin. Hozir barbada ko'proq shug'ullanyapmiz. Saperligim barbachi. Xudo xohlasa yaxshi bo'y ko'rsatib, zredishni bo'y ko'rsatishga harakat qilamiz. Shavkat aka sizga ham omad tilayman aka. Rustam Rahmonov. Rustam aka sizga ham kattakon rahmat aka. Qo'llab-quvvatlab mana shu O'zbekistonni olib chiqishga harakat qilyapti aka. Sizga rahmat. Xudo xohlasa O'zbekistonni bayrog'ini butun dunyoga tanitamiz. O'zbek desa butun dunyoni turadigan qilamiz inshaalloh. Рост 175 сантиметров.
Узбекистана Кашкадарю Шокин. С одного города спортсмены, кстати, из Узбекистана. По всей видимости, хорошо знают друг друга. Значит, тепло друг друга поприветствовали, несмотря на то, что их ждет. Бой. На сближение попадает правой рукой Шавкат Шухратов. Ловкий Джавахира. Еще один лютый ловкий. Бойца синего угла. Хорошо на встречу попадает Вахим справа и продолжает мидл киком. Еще один лоу-кик мощный. Есть попадание. У нас Шавкат Шухратов вбивает Джавахира Тусмурадова в нокдаун. Тут быстро поднимается и размен ударов. Зарубились. И сам пошел вперед реваншироваться боец из синего угла, но попадание было очень мощное. Но обрати внимание, как быстро восстановился. Вроде как попадание акцентированное оказалось на конвасе. Но при этом сам встал, побежал реваншироваться. Хороший попадает в печень. И нас тогда отвечает. Ну что же, это на самом деле мощно. Шухратова, и он очень близок к остановке. Иногда у него находится боец из красного угла, до сих пор не восстановился. И обрати внимание, даже в таком состоянии смог сделать удар. Да. Суматоха небольшая произошла. Заканчивается раунд, и раунд получился на самом деле мощный. Два нокдауна в обе стороны. Не отпускает Шавкат Шухратов, тем более, что хорошую концовку выдал все равно после нокдауна. И оба быстро восстановились после нокдауна и в ответ нанесли еще урон. Ну, я думаю, мы сейчас на повторе увидим этот эпизод. Точнее, эти эпизоды, потому как было несколько нокдаунов в обе стороны. Справа отправляет Шухратов Дуспурадова нокдаун. И вот ответка.
начинается второй раунд. Ну и вопрос, кто восстановился, кто сохранил больше сил, кто восстановился. Все-таки были жесткие попадания, после которых... Сейчас очень болезненный удар. Я вот не могу сказать, кость. Кому было больнее. Тому, кто наносил удар, или тот, кто удар этот блокировал. Бэкфист точно, но блок. По траектории было хорошо. Ну, сейчас зашла комбинация от Джавахира. Пробил блок. Сейчас ката. Необычный удар сейчас Бисмурадов сделал, как кошка просто лапой вот так вот, как и на окне. Маунт еще. Маунт, да, есть возможность финишировать. Но на самом деле такой возможности, как мы видели, нет. Спортсмены приспособились к этим правилам 30 секунд, да. И не дают возможности работать и пробивать удары. И кость буквально идет бой. Чтобы закончить бой граунд энд паундом, нужно сначала отправить оппонента в нокдаун, вот хорошо акцентированно попасть. Попадает апперкотом, по-моему, сейчас же в эфир неплохо. Извини, что перебил. Вновь небольшое затишье перед боем, перед бурей. А вот сейчас были хорошие попадания. Пассивная защита. Но сейчас защита уже останавливает рефери бой. Игорь, уже не первый раз за сегодняшний вечер ты говоришь и про граунд-н-паунд случился. Говоришь, гильотин, она случается. По-моему, я чего-то не знаю. Ну что ж, Рустам Рахмонов точно сказал, мощные бои. Первый бой был мощный. Красная середина. Расстроился очень молодой боец. Джавахир. Ну а Шавката Шухратова можно поздравить с очень эффектной победой. Успокаивает. Расстроился Джавахир Бисмурадов. Итак, в этом бою победу техническим нокаутом одержал боец из красного угла Шавка Шухратов, Узбекистан, город Кашкадаре. Hayır.
Шернаке, Мурнаке, Дауранаке, Костя, мой начальник, спасибо тебе большое. Костя, красавчик. Узбекистанга, Двухтуге, Дусарамге, ва Узбанамге, Катарама, Дейтама. Рахуге, Шарьян, Байкистанга, Оман. Узбекистан, Урла! Алхамия! E'tiboringizga Sankt-Peterburg shahridagi R3 Maximus Gym yangi sport klubi ochilganligini ma'lum qilmoqchimiz. Murabbiylik vazifasida esa juda ham ko'plab shogirdlarni katta sport maydonlariga olib chiqqan mashhur jangchi Maxim Kuldashev. Siz o'zingiz yoki farzandingiz bilan kelib ushbu sport klubida sizga qulay bo'lgan vaqtda shug'ullanishingiz mumkin. Bizning manzil Yelizarovskaya metro bekati yaqinida joylashgan bo'lib, Prospekt Yelizarova 36-uy. Keling, shug'ullaning va unutmang. Sport sog'lik garovi.